У меня занимается ребенок. Ребенок занимается уже 4 года. В этой студии он занимается год, ну, практически. Очень прикольные тренера, очень все как позитивно, очень красивые студии. Креатив, позитив и профессионализм. Наверное, успех, стремление, упорство. Это, наверное, то место, где просторный зал и огромное пространство, где можно и родителям, и детям находиться в одно время и наблюдать, как происходит процесс создания танца. Вот. И наслаждаться этим временем не только в узком коридоре, а наблюдая за своим ребенком сверху и переживая весь этот процесс. Не останавливаться и делать то, что у них задумано, у них все всегда получается и получится. Построили дом. Дом для танцев, в котором можно творить, самый большой филиал, самый крупный, самый семейный, самый наполненный. И теперь у нас тоже всякий есть дом. Один. Большой. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, раз, два. Сегодня мясо происходит. По крайней мере, я, сколько мы путешествуем. Я занимаюсь танцами не сильно давно. Сколько я ездил, сколько мы тренировались в залах, ни разу не видел, чтобы залы были в два этажа с балконами. В основном все находятся в коридоре, а здесь можно именно смотреть, быть вместе с танцорами, слушать ту же самую музыку, кайфовать, также проникаться. Классное пространство, на самом деле. Очень приятно и тренироваться, я думаю, будет проводить мероприятия здесь. Все сделано очень стильно, круто. Ну и просто пропитано атмосферой Harlem Jokers. Сегодня открытие нового филиала Harlem Jokers, самого большого, самого крутого, самого красивого. Большие двухэтажные залы. Вообще и красивый дизайн, самое главное. Я думаю, что Хаджа Дом станет домом для всех нас. Мы готовимся к Крю на Крю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Здесь в Harlem Jokers занимается мой сын в команде Snort Crew уже 6-й год. И уже больше года я сама как бы член команды Non Age. Новый филиал впечатляет своими масштабами, площадями. Очень светло, красиво, современно. Очень нравится здесь. Я надеюсь, что и детям будут с удовольствием здесь заниматься. Друзья, я желаю вам вдохновения. Приходите тренироваться в Harlem Jokers дом. У нас очень уютно, семейно. Let's go! Ну, желаю больше побед, процветания, побольше клиентов, побольше детей, заряженных детей, чтобы дети приходили и знали, к чему они идут, целенаправленно, к победам и, ну, к развитию своего танца.